Приветствую вас, молодые и пожилые майнкрафтеры, с вами Максимилиан Джонс, и мы продолжаем проходить Minecraft Legends. К сожалению, это не финальная серия, но, возможно, следующая как раз таки ей будет. Также хочу поблагодарить вас за поддержку, за просмотр, за лайки, это действительно очень важно для того, чтобы я продолжал и дальше проходить Minecraft Legends. Но давайте-ка не будем ждать и приступим к игре, погнали! Ну что ж... Сегодняшняя наша с вами задачка, это, во-первых, защитить деревню. Сейчас я построю стены и башни. И потом нам с вами надо уничтожить большую базу. Будет сложно, но мы должны к этому подготовиться. Также будем со временем развиваться, потому что нам надо увеличивать нашу армию. Возможно, даже я захочу пару бастионов, вкачаюсь, а потом уже пойду на большую базу. Но увидим. Для начала давайте-ка защитим нашу деревню. Я успел застроиться как мог, единственное, что я забыл, так это поставить ворота, но поставил кучу башен. Да, ну, даже не знаю, что теперь делать. Сейчас надо выбрать ворота, кстати. Вместо чего? Вместо семерочки, вместо ловушки. Но я уже не могу поставить. Место уже занято. Надо что-то сломать, а очень не хочется. Можно подождать, пока они сломают, конечно. Вот так, скажем, сделать. Вот этот кусочек как-нибудь удалить. Вот так, например. И надо идти помогать нашим ребятам. Пять минут нужно продержаться, но я думаю, мы справимся. Главное, бойцов бы не терять, они мне пригодятся в будущем еще. Да их здесь много, это и так ясно. Вперед, вперед, ребята. Это, кстати, какие-то тяжелые уже. Мелких уже не осталось. Они уже постройки бьют. А как? Нет, вроде внутри. Через стены? Я, кстати, потерял пару бойцов уже. На самом деле, это очень плохо. Придется потом этих бойцов везде собирать. А он что-то зомби забыл на башне. Может, так и задумывалось? Здесь вроде пусто. Пиглины отправили подкрепление. Они за лесой гоняются. Может, спасти лесу? Стойте, гады, не трогайте лесу. Все, леса спасена. Ему кирпич рожден, неужели он застрял где-то? Все, здесь пробили. А вон, кирпич рожден, он не прошел. Ставим новую стену просто. Здесь уже сломали. Проси кирпич рожденный, потом поможешь. Ого! Конца нет. А тут здоровый кабанчик. Бейте его. Я разберусь с остальными. Я надеюсь, что разберусь. Не, они меня сильно бьют. Здесь уже пробили. Попробую застроить. Уходи, уходи. И здесь сломали. А, нет, здесь это я уже сломал. У меня бойцов очень мало. Я почти всех потерял.
ребят, вы как тут? Все, они победили. Объединяемся, объединяемся, уходим, уходим. Походу, придется идти внутрь. Будем внутри отбиваться. Ой-ой-ой, я сейчас умру. Так, ладно, ребят, воюйте сами. Новая волна пиглинов направляется в вашу сторону. Как новая волна? Я еще со старой не разобрался. Надо идти внутрь. И поставить там еще пару башен. Пусти меня, пусти. Они уже внутри. Мне нужны бойцы. Ладно, пока хватит. Объединяемся, объединяемся. Вперед, вперед. Ну тут только внутри обороняться. Все, другого выхода нет. Ресурсов у меня пока много. Там, походу, здоровый какой-то бьет башню. Рожденный здесь. Скоро прибудут еще пиглины. В смысле еще? Да хватит. Этого достаточно уже. Я уже вижу, как они внутри бьют. Нужно хижина плотников поставить. Потому что все это придется чинить в очень срочном порядке. Пару секунд осталось. Ситуация обернулась в нашу пользу. Осталось пора только добить их. С остатками пиглинов. С остатками. Их тут не слабо так. Все, они сами отступили. Может, стоит организовать хоть какую-то оборону на случай возвращения пиглинов? Знание, ты самая умная, что ли? Может, стоит, а может, не стоит уже. Что поделать? Ладно, у меня хотя бы есть ресурсы для улучшения. Но это было жестко. Надо еще будет бойцов собрать же в деревне. Ладно, сначала какое-нибудь улучшение поставим. Я бы хотел увеличить количество мобов, которых можно собирать за раз. Я бы только это ставил. Скорость восстановления, это вообще мне не интересно. Преобразование в камень тоже не интересно. Это мы уже открыли. Многочисленные спешки тоже не интересно. Вот хранилище тоже бы не помешало. Но давайте сначала вот это строение поставим, чтобы увеличить нашу армию. Чтоб мы могли больше людей собирать. Я, кстати, еще могу. Ну, хранилище спешиков мне бы тоже вкачать. А на это уже не хватает. Ну хорошо, самое главное это армию развивать. Ну, ресурсы тоже пригодятся. Сейчас оно само вкачается, а я пока пойду соберу свою армию всю. Ну что ж, все бойцы, какие были собраны, ресурсы тоже. В принципе, я думаю, с этой армией. Хотя, если уж здесь рядом орда Бастиона, может до нее сходить. Хотя я сюда еще вернусь, чувствую. Хотя, с другой стороны, я пойду через вот эту деревню. Давайте-ка сходим, все-таки зачистим один бастион. Все, все бойцы собраны? Все бойцы собраны, let's go. В атаку. Где казармы вражеские? Вот они. Вперед, вперед. Главное их уничтожить. Потом все остальное. Здесь местные жители, окей.
давайте, еще немножечко. А это, кстати, башня же вражеская. Все, уничтожили, объединяемся и бьем башню. Только в лаву не прыгать, слышишь меня, ежик? Я думаю, они сейчас справятся уже. Хотя... Куда, перворожденный, ты идешь? Что-то забыл в лаве. Не надо защищать ежик, он сам справится. А, и я в лаву, да, поставил? Стой, не прыгать. Понял. Мы потеряли пару бойцов, потому что я туда поставил. Все, местные жители, убегайте. Только я не знаю, куда вы бежите. Там ничего нет, кроме вражеских территорий. Ну, ладно. Ежик, пойдем. Пойдем со мной. Да-да-да, бейте все потихонечку. Кирпич рожденный, ты слишком исполнительный, скажем так. А, здесь же я не могу ставить, логично. Ну, давайте, уничтожаемся потихонечку. Все. Мы разрушили аванпост. Собираемся, ребят, не теряемся. Все здесь? Вроде все. Какая-то у меня очень маленькая армия стала. Здесь мы разобрались. Опять прыгаем к колодцу, что-нибудь вкачиваем и идем дальше. Ну что ж, армия собрана. У меня есть 24 зомби, как минимум. Еще куча скелетов. Я обхожу деревни только потому, что... Вот эти 24 человека внизу, это големы, которых я могу призывать. И то есть зомби и скелеты тоже к ним относятся. А если я по деревням собираю, то это к общей армии, которая может быть намного больше. Может даже получится всех зацепить. Сколько? У меня 66 человек сейчас. Так бы было только 24. Отлично. Мы, кстати, еще можем призвать одного голема. Вон они у меня есть. Призову-ка я. На подхил у меня уже никого нет, да? Давайте возьмем. Все, вся моя армия готова. 67 человек. Отлично. И теперь можно идти в сторону большой базы. Вон она, я ее уже вижу. Нет, только не этот. Пусть меня ударят лучше. Вперед, ребят. Вы еще не совсем готовы к этой битве? А когда возвращаться? Нет, времени возвращаться у нас нет. Мы справимся. Главное туда забраться только. Само ваше присутствие беспокоит Пиглина. Так, ребят, вперед. В атаку. Все идут в атаку, ребят. Абсолютно все. Не стоим без дела. Идем в атаку. Ничего не вижу. Блин, я прям в казарму упал, ребят. Бегом отсюда. Нам надо будет 3 штуки опять уничтожить. Здесь все пало, окей. Спускаемся вниз, наверное. Уничтожим их казармы. Если я сам сейчас не умру. Ребят, все объединяемся. Идем вниз, вон туда. А я пока отойду, наверное. Создам еще несколько бойцов. Нужны такие бойцы. 4 штуки. Такие нужны. И такие.
Так, все, армия готова. Вперед, вперед, вперед. Надо помогать нашим. Я готов к этой битве, вы все врете. А если не к этой битве, то к какой? Другой битвы нет больше. Они здесь все уничтожили, молодцы. Сейчас попробуем наверх подняться. Все готовы? Объединяемся, 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 все дружно объединяемся. Главное, не упадите, главное, не упадите. Вот так, вот так. Я попробую все застроить. Вот это нам, по идее, не нужна же уже. Дела, ребят. Давайте вот эту штуку пока разрушим. Их там наверху слишком много. Ладно, надо строить все равно. Все бойцы какие есть, объединяемся. Идем в атаку. Мне надо бы еще собрать всех остальных. Но походу я уже всех потерял. Я хочу попробовать построить краснокаменный метатель. Может, я смогу дострелять до них? Ой, я здесь кого-то забыл. Что не так? Так, создаем. Все, бойцы готовы. Идите пока туда вперед. Я попробую по ним пострелять. А сколько далеко я смогу зашвырнуть? Ну, вообще я не достаю. Я просто не достаю. Проще уничтожить. Бойцы, собираемся. Похоже, камня рожденного, кирпича рожденного я уже потерял. Мы тоже собираемся. Будем потихоньку их уничтожать. Нам нужно сделать один путь, самый безопасный. А это уже не мои. Я понял. Не, похоже, мы здесь не пройдем все-таки. К сожалению, придется оставить эту идею по захвату. Мне здесь действительно армии не хватит. Но можно пойти в сторону деревни, попробовать ее отбить, чтобы была точка сохранения. И тогда мы сможем отбить деревню криперов, и у нас будет еще больше армии. Все, я обнаружил деревню, отлично. Теперь я смогу здесь перемещаться быстро. Все, она открыта, отлично. Теперь надо в эту деревню, потому что на нее будут нападать. Пиглины! Скорее, жители! Они уже напали. Я нигде не в безопасности больше. А у меня здесь нет? Есть. Ой-ой-ой-ой! Ого! А почему так мало бойцов-то я призвал? Где все остальные? Вот эту башню я могу здесь поставить?
могу представить. Чтобы она мне помогла отбиться. Где мои рожденные? Почему ты сюда-то пробежал? О, все, отлично, он туда к башне подошел. Бейте, бейте. Где мои все остальные бойцы? Надо их забрать. Ого! Давайте, я верю в вас. Ладно, пусть уходит, жернич, пусть уходит. Еще пиглины! Нам нужно обороняться в первую очередь. Как можем. Почему башня по ним не стреляет? Блин. Ого, у меня жизни нет. Ребят. Нам надо обороняться. Не стоим. Вперед. Бьем его. Бейте. Пиглины отправили подкрепление. Еще подкрепление? Да я с этим не справляюсь. Время вообще не заканчивается. Нам надо как-то этого здорового гада уничтожить. Все, он убежал. Пусть уходит. Пусть тогда уходит. Ничего себе, там вокруг него сколько появилось бойцов. Так, все, он проносится, отходим, отходим. Бьем, бьем, бьем. Бейтесь, бейте с ним, я еще бойцов создам. Как мне от него защитить фонтан-то? Вы видели его? Он здесь все выносит просто. Не бей мои башни, гад. Все, вы справились? Бейте его теперь тогда. Нужны еще бойцы. Я надеюсь, 89% не его жизнь. Сейчас он создаться в 5 кучу этих. Кто здесь стреляет? Ой, ее это свиньи, свиньи, свиньи. Отходим. Нет. Нету. Тут я согласен. Ну, здесь еще нас бьют. А ну-ка, отвалите от этой стены, гады. Все, он опять внутри. Бейте в атаку, в атаку, в атаку. Мы его убили? Нет, показалось. Жайте, я вас верю. Мне нужны еще бойцы. Новая волна пиглинов.
пиглинов направляется в вашу сторону. Да как новая? Да подождите вы. Я даже со старой не могу разобраться. Первый пал. Первый пал? А у них даже второй не пал. У меня ресурсы заканчиваются. Может, в сундуке будет? Да, в сундуке были. Ого! Первый пал. Еще один первый пал. Я не знаю, что делать, мне страшно. Такому меня жизнь не готовила. Минута осталась продержаться. Он по фонтану бьет. Идем, 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 идем. Ладно, он убежал пока ненадолго. Скоро прибудут еще пиглины. Нет, не надо. Хватит. А где все остальные мои бойцы? Показывает, что 24. Вот, парочка, я вижу. А этот уже здесь. Главное, чтобы он фонтан не бил. Он устал. В атаку, в атаку. Я так и не понял, мы его убили? Или нет? И поэтому закончилось нападение. Представляете, игра мне предлагает. Построю оборонительные сооружения и все, они дальше сами справятся. Угу. Все, сейчас уйдут. О. Вы защитили деревню, если это так можно называть. Ох. Хочу к фонтану отдохнуть. А вот это что такое? Давайте-ка попробуем поставить. Мы теперь сможем добывать их камни. Из потустороннего мира, из нижнего. Ага. Чтобы проникать на базы пиглинов. Я понял, как это работает. Мы можем разрушать их камни, но, возможно, мы можем с вами очистить землю, на эту землю поставить катапульту, с которой стрелять. Но это всего лишь пока что теория. Я здесь хотел забрать свою башню. Можно, она мне еще пригодится. Она же со мной останется потом. Ладно, давайте-ка я ее соберу. Что сейчас будем делать, я даже не знаю. Мне надо заново армию собирать. Потом я, наверное, попробую отбить деревню криперов. Усадьбу, точнее. Зачистить пару бастионов. Ну, большую мы не сможем атаковать. Придется вот эти маленькие сначала зачистить. В общем, вот такие у нас грандиозные планы. Здесь сундучки есть. Ого! Спешки строители плюс один.
долго жили без жестокости в этом мире, а теперь все страдают. Поэтому необходимо положить конец. А мы отсюда начинаем? Меня перенесло? Класс. Надо к клеткам подходить. Вон, вижу, ребят. Вот сюда идем. В атаку. Я пока спасу криперов. Спасаемся, ребят. Let's go. Сначала положено. Теперь они помогут вам освободить остальных. Но они же взрываются. Как они мне помогут? Бейте. Извините, что отвлек. Ребята просто растут на убой. Ну, let's go. Собираемся. Всего 32 пигля надо убить. Ну, ладно, let's go. Вперед. Все, прощайте. Вы послужили этой родине. Своей. Объединяем всю мою армию. Идем вперед. В атаку. Вон здоровый, главное его убить. Я пока спасу остальных. Справедливо. Теперь нам надо будет уничтожить еще портал. Благодаря вам, криперы вновь обрели смелость. Осталось уничтожить портал и помочь им вернуть свой дом. Хорошо. Объединяем всю свою армию. И просто идем в сторону портала. А где он? Куда идти? Где этот портал? Вон он, наверное, там. Да. Все, бегом, моя армия. Не обращайте на них внимания, просто вперед. Я вас верю. Блин, ворота. Могу ли я их добыть? Что я вообще могу добывать с помощью этой штуки? Видимо, ничего. Ладно, ломаем ворота. Все, молодцы. Вперед. Ваша главная задача — разрушить портал. Все, больше меня ничего не интересует. Все дружненько бьем портал. Я помогу вам, как смогу. Чего стоим без дела? Я не понял. Бьем портал. Первый пал. Как? А мы сейчас в лаве умрем из-за заставки. Наши герои и криперы показали свою силу и общую волю. Это пламя будет олицетворять связь, сформированную сегодня. Вроде все живы. Совет от профи. Проще взорвать стену, чем пытаться проломить ее головой. Благодаря этой совместной победе, теперь вы сможете призывать криперов где и когда угодно. Нужны мне ресурсы. Все, исчезли. Ладно, у меня все, огромная армия, в принципе, пока что. А я могу здесь поставить колодец? Слишком близко к усадьбам.
А вот я не понимаю смысл усадеб, если я рядом с ними не могу поставить портал. И телепортироваться туда не могу. Они с легкостью справятся со стенами пиглинов. Ну, я рад за них, в принципе. Что еще сказать? Ну, мы можем напасть. Это большая... Подожди, большая? Большая. Большая! Не понял. А где маленькие? Куда потерялись все маленькие? Ладно, тогда надо вколоть судьбы, раскачиваться дальше и все-таки попробовать пиглины захватить этот. Проголодались. Сегодня в мире появится их новая база. В смысле появится их новая база? А я зачем все это время воюю? О, сегодня на деревню нападает, уже вечереет. Деревне нужна ваша помощь. Может завтра? Ну ладно, пойдемте в деревню. Сейчас опять кучу бойцов потеряю и опять заново их собирать всех. Ну, здесь хоть какая-то защита есть. Как смог, так застроил. У меня есть одна мысль. Да, вон они оттуда идут. Сейчас они здесь все поломают. С двух сторон. Ладно, попробуйте пооборонять. Я хочу вот на эту штуку сесть. И в этого гада пострелять, хотя... Зверь хороший охотник. Попал. Но и вы нелегкая добыча, не так ли? Попробуем его все-таки забрать. Давай. Быстрее охлаждайся. Все, он прошел дальше. Объединяем свою армию. Сколько есть. Нам главное убить его. И все, один выстрел и охлаждается вечность. Жесть. Это просто самая бесполезная вещь в игре. Так, ребят, он что ли ушел? Сейчас вернется, не переживайте. Еще пиглины. Ну все, он идет. Побежали, побежали за ним. Вот так, вот так, вот так убьем его. Откуда они идут? Вон они, да? А я в них шмальну. Он сейчас сломает фонтан, потому что он по нему бьет просто. Скорость двери не чета вашей храбрости. Продолжайте. Этот фонтан едва стоит. Не дайте пиглинам разрушить его окончательно. И что теперь? Но он восстанавливается потихоньку вроде как. Ну, они победили, и что? Все? Все не считается? Где-то еще пиглин должен быть один. Ну, вообще бесполезная вещь. Будут знать. Что будут знать? Как выигрывать? Ну, будут знать, видимо.
Вообще что-то обидно. И здесь поставилось. Новый оборонительный пост. Везде поставился. Да, походу игра растягивается, причем очень прилично. Потихоньку подходим к их логову. Ну, давайте сражаться. Начнем здесь. Я уже потерял кучу бойцов. Попробуйте. Было 80, стало 74. Нижнего мира мелодии, которую выучили. Чего? Какие камни? Какие камни Нижнего мира? Какие? Покажите хоть одни. Я на вас отвлекся, нам надо подниматься наверх. Почему нельзя разместить? Все можно разместить. Прыжок. По-другому никак. Что ж вы все здесь-то на полу? Так, let's go, let's go! Само ваше присутствие беспокоит пиглинов. Да не только присутствие. Все, уничтожили? Уничтожили, молодцы, объединяемся. Идем сюда. Только не прыгать. Обещайте мне не прыгать с высоты. Так, а мы с вами пойдем вот сюда, в эту сторону. Let's go, let's go! В атаку, в атаку. Пойдем со мной. Что ж вы все внизу-то, а? С этой не справится. Давайте сюда еще побольше людей отправим. Уничтожили одну. Вторую. Вон еще одна. Так, ребят. Отходим, отходим. Вы мне нужны не здесь. А вон кто, и надо подниматься. Все, все, вперед, вперед, вперед. Поднимаемся, поднимаемся. Бьем здесь все. Пойдем, зомби. Опять у меня упали все вниз. Но это невозможно. Просто невозможно. Они все внизу вечно. Пока уничтожать эти штуки, я сбегу, создам еще бойцов. Может, вы постреляете пока по ним, а? Спасибо. Все, все готовы. За мной. Надо помогать нашим ребятам. Не понял. А где мост? Они его уничтожили, что ли? Тихо, тихо, держитесь! Блин, ребята! Ну я пытаюсь, серьезно. Дурацкие постройки. 30 человек у меня в армии осталось, надо уничтожить. Мне опять ломают мне мост. Ну, пожалуйста. Нет, да хватит! Хватит мне ломать мои планы. Здесь строительство и управление адски неудобное. Все, let's go, let's go. Дальше. Я так понимаю, они там уже все сломали. Не отставайте, не отставайте, прошу вас.
Мне надо, чтобы вы уничтожили вот эту штуку. Все. Больше мне от вас ничего не надо. А потом сразу к порталу пойдем. Тем, что... Всем, что есть! Ладно, пока этих соберу внизу. Есть кто еще внизу? Катушки лавы уничтожены, и портал теперь в ваших руках. Ну, типа. Но я не знаю, сможем ли мы их победить. Мне нужны еще бойцы. Хватит. Пошел отсюда. Все-таки уничтожил. Ладно, идемте помогать нашим. Ребята, объединяемся, объединяемся. Вперед, вперед, вперед! Бьем портал, они все равно бесконечно, они будут возвращаться из портала. Я могу здесь башню построить? Конечно же нет. Ладно, что я могу добыть? Вот какой ресурс я могу добыть? Никакой. Бейте портал. Зачем ты стреляешь сюда, в казармы? В портал стреляй. Ой-ой, очень мало жизни, я сейчас умру. Я умер. Ну, хорошо, шанс победить теперь есть. Все, что мне нужно, это собрать снова всех бойцов и добить портал, и все, и закончено. Ну, криперов почему-то в деревне нет вообще. Но я собрал скелетов, зомби и альпак. Ну, думаю, этого пока хватит. Но мне главное сейчас уничтожить портал, и все. Все, все готовы. Let's go. Ну что, попытка номер два. Думаю, мы справимся в этот раз. Вы еще не готовы, а больше мне не к чему готовиться. Все сюда, за мной, за мной. Вы идете, нет? Проходим, не стесняемся и бьем портал. Все дружненько проходим, проходим, не стесняемся. Не стесняемся. Я что сказал, стесняться? Я сказал не стесняться. За мной, за мной. Все бьем портал. Я их тут пока отвлеку, как смогу. Почему вы стоите, ничего не делаете? Бьем портал. Еще немного, и портал упадет. Здесь еще был проход один. Так, ладно, по мне здесь стреляют. Мне нельзя умирать. Мне нельзя. Лучше просто тогда уйти. Возможно, они справятся. Мне теперь надо как-то вернуться к ним, к ребятам. Не, походу все. Можно еще бойцов привести. Здесь создадим его, я вижу. Интересно, они без меня вообще уничтожат что-нибудь? Сейчас будет армия, ребят. Все, объединяемся, вперед, вперед.
помогать ребятам. С другой стороны зайдем. Что там по порталу? 7%, есть шанс. Сейчас мы спину ударим. Let's go, let's go. Вперед, вперед, вперед. Ребят, не стесняемся, проходим, проходим. И бьем портал, портал. Бьем. Моя главная задача не умереть, просто не умереть. Еще капельку, пожалуйста. Все умерли, что ли? Ладно, кто-то еще убьет. Я пойду еще за бойцами. А я здесь потерял парочку. Пойдемте, там 2% осталось. Сейчас получится. Я уверен. Я еще здесь потерял пару бойцов. Все, объединяемся, объединяемся, ребят, объединяемся, все дружно вместе идем. 2% осталось. Один рывок и все. Главное, не потеряйтесь, главное, не потеряйтесь, просто будьте все со мной. Ребят, 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 ребят. В атаку, в атаку. Бьем портал. Пожалуйста, ну убейте его, умоляю вас, ради Христа. Почему вы его не бьете? Ну каких-то 2%. Не, все. Бесполезно, они даже пройти к нему не могут. Ладно, еще раз объединю армию и придут 2% добить. Они сейчас деревню захватят. Пока я тут воюю. Ну, мне там 2% добить. Жалкие 2%. Я со скелетами пойду. Все, этого пока хватит. Но они рядом на эту деревню. Скорее, туда. Черт, дайте мне добить портал, умоляю. Надеюсь, голодный взгляд пиглинов обойдет их стороной. Чертовы пиглины, как же я их ненавижу. Ну, здесь шансов ноль, конечно, отбиться. Здесь все убитое, даже стен нет. Они их просто взрывают, мои башни. Ну вот этого главное гада убить. Опять нет армии. Еще пиглины. А,
где лучники? А все здесь. Так, у меня появились новые строения же. И что это? Не опять все боятся мертвые, да? Почему? А, я не то построил. А толку от криперов? Ну все, скелеты все мертвые абсолютно. Чего я к ним ходил, непонятно. Куда ты убегаешь? Вернись. Я хочу начистить тебе морду. Готовьтесь, отходим, отходим, отходим. Пусть ломает хоть что. Ну ладно, он здесь будет, окей. Бьем тогда здесь. Просто пока мы умирает, я новую создаю. Объединяемся. Вперед, вперед, надо его убить. Вон он, вперед, вот так, вот так. Единственная жизнь у него, есть шанс. Я так понимаю, это тот самый босс, который сбежал из портала. Тогда. Тогда вопросов нет. Ну иди сюда, родной, иди сюда. Им конца нет. Нету. В том-то и проблема. Ну сейчас он где-нибудь остановится, будем стрелять по нему. Так, за ним, за ним, за ним. Ну, хижину плотника уничтожил, молодец. Спасибо. Поставить или нет, не будем. Ставим на будущее. Хотя какое здесь будущее? У него 5 жизней, надо его убить за сегодня. Первый пал. Уже и первый пал. Башни ставься быстрее, умоляю тебя. Три жизни у него осталось. Как же надолго строится, однако. Оба перворожденных пала. Новая волна пиглинов направляется в вашу сторону. Да я еще со стороны разобрался. Все, башня появилась. Главное, чтобы он сюда сейчас побежал. Ну давай что-нибудь разнеси. Вот это, все, вперед, в атаку. Нет, стойте, 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 ребят. Он уничтожил башню? Этот фонтан едва стоит. Не дайте пиглинам разрушить его окончательно. Да куда ж вы стреляете-то, господи? Они просто в них стреляют, не в него.
Ну, почти у него один хп оставалось уже. Ну, бейте их, чё. Я буду просто эти новых делать, все. Все, они ушли. У меня ресурсов нет. Освободили деревню. Все ресурсы потрачены, все потрачено. И ради чего? Ну ладно, в следующий раз мы его победим, он один. Это тот босс из портала, он теперь каждый раз будет нападать на какую-нибудь деревню. Я теперь понял, для чего нужно собирать эти блоки. То есть мы потихонечку очищаем все ближе и ближе, чтобы поставить свою катапульту. Но учитывая, как долго катапульта перезаряжается, это почти что бессмысленно. Но можно продвигаться, можно, конечно, чтобы как минимум эти башни большие уничтожить и все. Пострелять по ним, но в остальных ситуациях я вообще не вижу смысла. Но очень медленно все работает. Ну все, мы должны добить этот портал. Бегом. Все, кто есть, атакуйте. Все, кто есть, атакуйте. Я же нажал. Бейте портал. 1% остался жизни. Тоже это чувствуете? Аж кожа это чувствует. Да и запашок. Пожиратель покинул Нижний мир и уже здесь. Угу. Ну я понял, они выбегают из портала и потом нападают на деревню. Их надо будет все равно тоже убить. Поэтому все бойцы какие есть, прыгаем в деревню. Надо будет дождаться вечера. Застроить все. Убить хотя бы одного из этих боссов. И думаю, на сегодня все. Потому что в следующей серии появилась новая база пиглинов. Их голод расползается по миру словно болезнь. Пиглинская скверна вновь расползается по нашему миру. Ага, смотрите, этот пожиратель выбрался, и он теперь основал еще одну базу рядом. А тот первый, который выбежал, теперь атакует деревню. Мы его сегодня победим вечером в деревне. Сегодня деревне нужна ваша помощь. Что здесь за знак вопроса, интересно? Эти свиньи не ценят тех, кто с ними рядом. Если хотите сюрприз, загляните к ним. Первый дуборожденный здесь. Ого! Вот это мне очень нужно. Первый дуборожденный. Если бы наш старый друг не посадил здесь семена, в верхнем мире не было бы лесов. Кажется, у них небольшие проблемы. Протянете ли вы руку помощи? Да, как видите, все мы здесь протянем руку помощи.
Ага, он, у него дальнобойная атака, отлично. Наверное, отлично. Дощатые големы могут быть очень полезны. Они были вдохновлены первым доброжденным. Они будут наблюдать за вами и всеми существами мира, раз они на вашей стороне. Угу, отлично. Это еще один знак вопроса. Возможно, здесь будет еще один. Ладно, надо перемещаться в деревню и отбивать атаку. Ну все, он здесь, он пришел. Ну мы его ждали, вон он. Ну подходи, подходи, у тебя всего две жизни. Сегодня ты явно умрешь. Уже бежит. Отходим, 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 ребят. Он же сейчас пронесет все. Побежали, побежали, побежали. В атаку, две жизни всего у него. Что-то очень странное я делаю своей лошадью с ним. Вы справились? Вы изгнали орду охоты обратно в Нижний мир. Да. Триумфальная победа. Да. Так и есть. Оружие? Что бы они сделали с... Нет! Положите на место, положите! Идею в мешок не спрячешь, друг мой. А эта война породила идею. Какую идею? Что за идея? Я не понял. В чем идея? Ну, ладно. К сожалению, это была не финальная серия, а финальная серия нас ждет еще впереди. К сожалению, в этот раз мы сделали не так много, мы всего лишь отбили криперов и уничтожили всего один большой портал. Но при этом даже захватили с собой первого босса. Но в будущем нас ждет с вами еще 4 больших портала, причем на одном из них босс, и неизвестно сколько еще боссов будет впереди. Но ничего страшного, я уверен, что мы с вами победим, главное подготовиться в этот раз получше к следующей битве. Также не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующую серию, а также ставить лайки, чтобы следующая серия вышла как можно скорее. Ну а я прощаюсь с вами, побеждайте пиглинов, защищайте свои деревни и уничтожайте порталы. Все, чао.